Важнее всего было продумать баланс кораблей еще на уровне идеи. То есть зачем вообще каждый класс нужен в игре? Какие у него сильные стороны, какие слабые, с кем он как взаимодействует? И подумав, мы пришли к выводу, что самый подходящий принцип — это принцип камень-ножницы-бумага. В общем, игра всем знакома, все знают, что это такое, только мы это переложили на корабли. У нас быстрые эсминцы охотятся, уничтожают валки и линкоры. Линкоры находят и уничтожают крейсеры, и крейсеры охотятся за эсминцами. И несколько в стороне стоят авианосцы, у которых напряженные отношения со всеми классами кораблей. Авианосец — особый класс кораблей. Появившийся последним, он превратился в оружие невероятной мощи. Основу его могущества составляют палубные самолеты, которые могут доставить десятки бомб и торпед на огромное расстояние. Даже линкор в одиночку едва ли переживет налет авиагруппы ударного авианосца, насчитывающий от 70 до 100 боевых машин с радиусом действия до 400 морских миль. Для того, чтобы разместить на борту такое количество самолетов, приходилось отказываться от большей части любого другого вооружения. В битве на больших дистанциях авианосец не имеет равных, но вблизи он крайне уязвим и нуждается в охранении. Каждый класс кораблей имеет свои сильные и слабые стороны, но собранные вместе в единый боевой организм, эскадру, флот, они могут завоевать господство на море и добиться победы. Самому необычному классу в игре, на примере Эссекса, это авианосец «Гигант». Эсминцы — основные носители торпед среди надводных кораблей. Это легкие и маневренные боевые единицы, созданные для молниеносной и сокрушительной атаки. Развивая максимальную скорость свыше 40 узлов, они способны выпускать до 15 торпед в одном бортовом залпе. Но эсминцы почти не имеют брони и уязвимы против скорострельных орудий среднего калибра, которые в большом количестве имеются на линкорах и крейсерах. Корпус, соответствующий 1920 году, мы поменяем его сейчас на модернизированный корпус, который пришел на замену 6 лет спустя. Как вы видите, он очень сильно изменился внешне. Кроме всего прочего, он позволит нам устанавливать новые виды вооружения. В частности, сейчас речь пойдет о торпедных аппаратах, и мы продемонстрируем вам процедуру замены одного из них. Смена визуала налицо. Крейсеры — самый многофункциональный класс кораблей. Крейсеры обладали орудиями по мощи, сравнимыми с орудиями линкоров, большой скоростью, но при этом ослабленной броней. Подкласс тяжелых крейсеров уступал линкорам по огневой мощи и бронезащите, но они были легче и дешевле в постройке. Тяжелые крейсеры использовались как для эскадренного боя, так и для самостоятельных действий против торгового судоходства противника. Обладая дальностью плавания в 10 тысяч миль и более, они могли действовать на значительном удалении от своих портов. Некоторые из них также несли торпеды и могли угостить ими врага не хуже эсминцев. Легкие крейсеры — маневренные и скоростные боевые единицы крупнее эсминца, борьба с которыми и является одной из основных задач этих кораблей. Еще одна важная роль легких крейсеров в составе эскадры — обеспечение разведки ангаров, а также показан первый вариант прокачки. Перед вами Эри, это крейсер начального уровня, но мы не будем долго на нем останавливаться и перейдем непосредственно к дереву. Можно полюбоваться кораблем еще до того момента, как произошло его исследование и покупка. И это стоит того, поскольку все модели уже на стадии альфы воссозданы с высокой степенью исторической достоверности и большим вниманием к деталям. Более того, на некоторые модули можно посмотреть в непосредственной близости. Боевой корабль. Военная машина, созданная для завоевания господства на море. Можно ли создать корабль, идеально соответствующий всем требованиям морской войны? Таким вопросом всегда задавались и конструкторы, и адмиралы. Если поместить в одном корпусе мощную энергетическую установку, большой запас топлива, защитить его тяжелой броней, оснастить всеми возможными видами вооружений, дальнобойными орудиями крупного калибра, торпедными аппаратами и большим количеством самолетов, не забывая при этом о размещении экипажа в несколько тысяч человек, то такой корабль вряд ли сможет держаться на плаву. Именно поэтому существуют различные классы боевых кораблей, каждый из которых обладает своими уникальными особенностями. Классы кораблей. Линкоры в первой половине 20 века были символом морского могущества, предметом национальной гордости, важнейшим фактором мировой политики. Этот класс кораблей, построенный под девизом «Только большие пушки». Стальные монстры воплощали последние достижения науки и техники —
Они несли от 8 до 14 орудий калибром от 280 до 460 мм, сверхпрочную броню, толщина которой доходила до 650 мм, огромные судовые машины и сложнейшие системы управления огнем. Основным недостатком линкоров была очень высокая стоимость их строительства и содержания, что отчасти компенсировалось их поистине феноменальной живучестью. Наиболее уязвимым местом этих гигантов была подводная часть, для поражения которой служили... Всем привет! С вами команда проекта World of Warships. Как вы, наверное, знаете, на Gamescom в Германии впервые был продемонстрирован интерфейс нашего порта. Стартовавший в прошлом году альфа-тест World of Warships набрал ход за счет упрощения требований к доступу, а на прошедшей этим летом выставке Gamescom тысячи человек, и в их числе наша редакция, смогли попробовать игровой процесс вживую. Делающийся для примерно той же аудитории, что и танки с самолетами, непосвященному игра может показаться совсем другой, гораздо более медленной. Но на самом деле это ощущение занимает, по словам уже попробовавших, примерно 30-40 секунд. В дальнейшем же события разворачиваются существенно быстрее двух предыдущих проектов. Во многом за счет комплексности. Ведь при управлении многотонным линкором, имеющим десятки боевых модулей, тактика, с которой используешь тот или иной инструмент уничтожения противника, становится столь же важна, сколь и реакция, и в итоге события просто проносятся перед глазами. Посвященная плавучим крепостям первой половины прошлого века, World of Warships предлагает 4 класса судов. Основной — линкоры, они же линейные корабли, достаточно мощные и не очень быстрые. В противовес им — юркие эсминцы, местный аналог светляков из World of Tanks, только с учетверенной огневой мощью. Где-то посередине между этими двумя классами стоят крейсеры, универсальные по своим задачам и близкие к средним танкам. И, наконец, немного в стороне находятся авианосцы, при игре на которых к тактике добавляется еще и стратегия. Самолеты здесь, конечно, играют не самую основную роль, но даже являясь по сути продвинутыми снарядами, требуют дополнительного внимания. Тактика для авиагрупп может быть различной, ведь игроки вольны указывать, насколько агрессивно и, скажем так, жертвенно воздушные силы будут вести себя на вылетах. Направление движения, цели для атаки и набор операций зависит от типа самолета. А их тут 3 — бомбардировщики, палубные торпедоносцы и истребители-перехватчики. А вот подводных лодок, напоминаем в сотый раз, в игре не будет никогда. Зато в каждом классе наличествуют премиальные корабли двух типов — обычные, приносящие больше игровой валюты, и специальные экзотические юниты, не вписывающиеся в стандартное дерево развития из-за особенностей их боевых модулей. Столь серьезное разнообразие порождает широкие возможности для формирования команд и просто провоцирует изобретательность в игровых стилях. Если говорить про общее взаимодействие, то оно выглядит примерно так. Эсминцы быстро прорываются в тыл противника, разведывая поле для авианосцев, в то время как линкоры бьются на средних дистанциях. Авианосцы находятся на отдалении, управляя воздушными силами, а крейсера выполняют различные функции, больше зависящие от текущего хода сражения. Также к затейливым тактикам толкает богатство вооружения. В качестве основного оружия вашего корабля будет выступать орудие или орудия главного калибра. Дополнительно вручную можно будет использовать торпеды, аппарат и авиацию. А вот средствами ПВО и орудиями вспомогательного калибра будет управлять искусственный интеллект, равно как и самолетами в таких делах, как уход от выстрелов. Казалось бы, довольно много, есть где разгуляться. Но вдобавок к этому важны еще и типы снарядов для корабельных пушек. Забивать туго можно будет 3 класса ядер. Бронебойные снаряды предназначены для нанесения урона внутри бронированного отсека. Фугасные несут на себе внушительное количество взрывчатки, берут только один слой брони, но разбрасывают вокруг осколки, сносящие навесные элементы. Первые могут пробить корабль, к примеру, тот же эсминец, насквозь и не сдетонировать. Есть и промежуточный вариант — полубронебойные. Осколков у них поменьше, но им по силам пробивать защиту среднего уровня. И даже правильно выбранные под цель снаряды не гарантируют стопроцентной победы. Ведь, во-первых, точное попадание зависит от того, насколько мы видим противника. В зоне прямой видимости попасть проще простого, вне ее проще промазать, чем угодить в цель. А во-вторых, скорость стрельбы также зависит от дальности расположения противника. Чем в более удаленного врага метим, тем дольше ждем следующей попытки. Торпеды становятся отличным подспорьем, хотя на дальних дистанциях они опасны не только для противника, но и для союзников, следующих перекрестным курсом. Но в схватке на средних
дальних расстояниях, не говоря уже о ближнем бою, это грозное оружие, способное определить исход схватки. Интересно, что в отличие от реальности, в World of Warships торпеды перезаряжаются прямо во время боя, так что игроки получают шанс для второго и последующих залпов, если, конечно, выдержат первое столкновение. Для противостояния смертоносному свинцу корабли будут иметь разные уровни многослойной брони на тех или иных частях, в зависимости от того, насколько важные элементы расположены в данной области корпуса. Так что для пробоины в районе двигателя или артиллерийского погреба придется постараться и снести несколько слоев защиты верно наведенным бронебойником. Впрочем, упорство и удача будут компенсированы, ведь единственного точного выстрела может хватить для обездвиживания или даже потопления противника. Упомянув уровни кораблей, мы просто обязаны обрадовать фанатов и рассказать, что метод развития изменится не сильно в сравнении с уже привычными деревьями прокачки из World of Tanks и World of Warplanes. Мы получим 10 уровней плавсредств, от обучающих канонерок на первом до плавучих крепостей, таких как легендарный линкор Ямато, на 10-м. Сами по себе корабли будут развиваться за счет покупаемых на заработанный опыт многочисленных компонентов — оружейных, двигательных, бронировочных и так далее. Возможность улучшить тот или иной компонент во многом станет зависеть от типа корпуса, установленного на судно. Корпуса соблюдают историчность и прогресс. Более современные позволят навешивать больше пушек, ставить более эффективные двигатели, системы обнаружения и улучшать таким образом характеристики. О последних стоит сказать отдельно. Ведь линкоры с крейсерами гораздо более крупные птицы, чем истребители и самоходные артиллерийские установки. Они состоят из различных частей. И каждая из этих частей, будь то функциональный модуль, такой как пушка вспомогательного калибра или просто отсек центральной палубы, имеет свои параметры и даже хитпоинты, называемые также очками прочности. Угодив 10 раз в одну и ту же башню неприятельского авианосца, вы не потопите его, а всего лишь уничтожите одну из его башен. Чтобы немного сбалансировать этот момент, в игру введены также очки плавучести, потеряв которые даже вполне годный к обороне линкор пойдет ко дну. Израсходовать плавучесть можно достаточно быстро, получив несколько раз торпедой ниже ватерлинии. А вот куда бить прежде всего, игрок сможет решить взглядом, оценив внешний вид модулей и отсеков вражеского судна. На старте в акваториях мира боевых кораблей будут плавать крепости двух наций — Японии и США. В дальнейшем обязательно появятся российские и советские корабли, а также флотилии Германии, Британской империи и Франции с Италией. Таким образом, все более-менее крупные морские державы первой половины 20 века окажутся при делах. А вот насколько быстро произойдет добавление, сказать просто невозможно. Ведь включение одного единственного корабля может занимать до 6 месяцев. Настолько дотошно и реалистично подходят к делу сотрудники Wargaming. Вообще, реализм — ключевое слово, которого придерживаются в своей долгой работе программисты, дизайнеры, планеры и другие разработчики игры. Ради него посещаются настоящие корабли, ради реализма продумывается сложная система повреждений и создается очень серьезная по меркам ММО-игр графическая составляющая. Детализация кораблей впечатляет уже сейчас разнообразными мелочами. Так, для одного и того же корабля доступны различные варианты потопления, в зависимости от полученных повреждений. Любители реализма с радостью узнают, что в World of Warships исторические сражения будут представлены в не меньшей мере, чем в тех же танках. Пока что анонсирована только битва у острова Саво, но можно быть уверенными, что масштабная Ютландская битва, а также битвы за Мидуэй и Окинаву никуда не денутся. Помимо этого, естественно, игроки получат классическое рубилово в формате 12 на 12, на картах масштабом примерно 50 на 50 километров, клановые бои с какими-то неизвестными особенностями и гаражные, а точнее портовые бои, в которых можно будет применять накачанные тяжким трудом лодки. Самый главный вопрос — когда, при всем при этом, остается открыт. Учитывая, что к старту обещают не менее 74 кораблей, сроки выхода назвать очень непросто. Никем не проверенные источники говорят про открытый бета-тест в конце аж 2015 года. Но на московский Игромир однозначно привезут играбельную демо-версию. Там и будет видно, когда ждать релиза. Ожидаемый рейтинг — 9 баллов. Надо ждать!